Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим широко известные в узких кругах шлифы гроссмейстеров Зиновия Цирика и Максима Федорова в дебюте «Игра Петрова». Дебют «Игра Петрова» или «Игра по уголкам» обычно возникает после ходов GH4. Ну и черные могут либо разменяться, это уже отказанная игра Петрова, либо иногда играют B5, повторяют ходы белых. В данном случае белым надо как-то первым определяться и куда-то ходить. И на G3 здесь лучший ход AB6. И у белых есть две системы, GH2 и EF4. Сегодня мы рассмотрим систему, связанную с ходом EF4. Черным лучше всего разменяться таким образом и затем играть GF6. Белые играют GH4, черные играют FE7. Ну и в этой позиции лучший ход за белых FE3. Теперь черным лучше всего разменяться вот таким образом. И у белых есть два варианта. Либо меняться, либо играть CD4. За белых я считаю ход CD4 более правильный. Сейчас мы его рассмотрим. После CD4 черные играют HG7. И белым лучше всего сыграть DE5. Наиболее сильный ход. Теперь черные играют BC5 и белые играют BC3. Упрощение позиции. За черных возможно после хода CD4, и тут есть небольшая ловушка за белых. То есть после разменов черные временно выигрывают шашку, но белые ее тут же отыгрывают. Ну и в партии против кандидата в мастера Журавлева я за черных даже умудрился проиграть эту позицию. То есть в тот день на комбанном чемпионате России игралось сразу же два тура, то есть это была четвертая партия, последняя, я уже расслабился и сыграл CB6 и BA7. Белые здесь ответили GF2, ну и мне надо было отвечать в этой позиции уже GF6, а потом CD6. Я же уже играл расслабленно и не заметил ударчика за белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Простейший ударчик, но тем не менее я на него попался. Белые отдали одну шашку, затем еще две. Они остались без шашки, но обратите внимание, что белые здесь легко побеждают. И, друзья, мне пришлось сдаться. Поэтому в этой позиции все-таки черным можно сыграть DE7. И теперь на ход CD4 также есть два варианта игры за черных. Наиболее правильное продолжение это размен. Ну и в этой позиции уже белым надо играть аккуратно. Лучше всего играть CB2. И на нападение белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Эту комбинацию нашел гроссмейстер Владимир Вигман. Белые играют DC5. Пропускают черных в дамки. Затем играют EF6. Затем играют CB6, надо бить. И белые прорываются в дамки. И возникает абсолютно равное окончание. Если же в этой позиции черные не меняются ходом CB4, а меняются вот таким образом, то здесь также возможна ловушка за белых. Белые играют EB2, черные ED6. Белые BC3, черные GF6. И здесь белые играют FE5. В расчете на то, что черные сыграют FE5, а белые ответят FG3. В этой позиции еще есть ничья за черных. Надо аккуратно сыграть CB6. Ну и возникает равная позиция. Но если черным покажется, что они здесь выигрывают, то они здесь могут даже проиграть. То есть в ответ на нападение белые закрываются. Надо играть DE7, потому что стоит элементарная угроза ED4. Белые играют CB4, грозят подорвать пункт D6. Поэтому надо играть EF6. И белые размениваются. Вот таким образом. У черных единственный ход FG5. Кажется, что белым не сдобровать. Но на самом деле здесь есть тонкая жертва шашки ED4 и CD6 скромно играем. И белые здесь даже побеждают, несмотря на то, что у них не хватает шашки. Теперь, друзья, рассмотрим варианты игры Петрова, более предпочтительные для игры именно черными. Поэтому буду показывать
вам позиции со стороны черных. g6, g4, f7, f3. И разменялись. То есть в этой позиции, кроме cd4, этот ход более правильный из-за белых, возможен вот такой размен. И здесь белым надо играть очень точно. Черная играет hg7. Ну и здесь уже плохо играть ab2. Здесь белым для достижения ничьей надо играть очень точно. То есть черная играет gf6, надо bc3. И черная разменивается de5. В этой позиции белая играет gh2. Ну и на ход de7. У белых здесь есть два ничейных хода. Либо cd2, либо ef2. А вот ход ab4 уже здесь красиво проигрывает. Вот это как раз шлиф гроссмейстера Зиновия Цирика. То есть рассмотрим партию Цирик, вернее Кустарев Цирик и возможные варианты. После хода АБ4 черные играют БА5, и здесь возможны несколько ходов за белых. Ход после СБ2 черные нападают ходом ЕФ4. Надо закрываться, другого нет. Черные размениваются. Ну и в этой позиции после хода BA3 играем ED6 и на размен играем BA7. И после CD6, AB6 белым можно сдаться. Тут ничьей нет. После хода CD2 в этой позиции также играем EF4. Ну и на ход EF2 меняемся вперед. Теперь белые играют dc5, черные играют именно b7. Ну, в этой позиции все очень быстро заканчивается. То есть на ход fe3 играем fg5 и на ed4 ef6, и белым некуда ходить. Если в этой позиции белые играют dc5, тогда нападаем, надо отходить, ну и затем играем gh4. Белые играют ed2, ну и здесь играем BA7. И на размен отдаем две шашки. Ну и позиция белых полностью разгромлена. Черные легко побеждают. Нерассмотренный ход EF2. Теперь играем GH4. Здесь возможны два хода. HG3 и FG3. Если белые размениваются назад, тогда играем EF4. Ну и на ход DC5 играем HG5. Теперь на CB2 ставим рожон ходом FE3. И на ход BA3 назад размениваемся таким образом. И на BC5 жертвуем шашку и прорываемся в дамки. Черные должны победить. Если же белые в этой позиции играют HG3, тогда уже играем ED6. Ну и здесь возможны три хода. CD2, как было в партии Кустарев-Цирик. И CB2 и DC5. Рассмотрим ход CB2. После CB2 играем BC7, ну и на ход DC5 играем уже ED4. Белые бьют на поле G7, тогда черные бьют на поле E1, белые вынуждены бить, и черные сбивают две шашки с выигрышем. Если в этой позиции белые играют DC5, тогда играем BC7, попадаем на придамочное поле. Ну и на ход BC5 проводим вот такой ударчик. Отдаем одну шашку. Затем бьем по затылку. Ну и черные легко побеждают. Ну и главный вариант, как было в партии. На CD2 играем BC7. И на ход DC5 делаем присоску ED4. Белые бьют C на G5. Черные бьют на B2, ну и на ход BC5 черные также бьют на поле H2. Белые нападают, черные жертвуют эту шашку, ну и затем могут поставить дамку на поле 1 и постепенно отъедают эти шашки и должны победить. Поэтому в этой позиции, друзья, AB2 играть плохо, пассивно, надо играть именно EF2, лучший ход. Ну, в этой позиции черный играет либо BC5, либо DC5. Я всегда играю DC5, потому что здесь возможны интересные варианты. На ход AB2 играем именно DE7. И теперь на BC3 играем именно EF6. Точный ход.
Ну и в этой позиции белым уже надо играть очень аккуратно. То есть в этой позиции плохо играть cd2 и cb2, как было в одной из моих партий. А сильнейшее продолжение за белых здесь именно fe5. Теперь черные играют gh4. Ну и в этой позиции белым также надо играть уже осторожно. То есть в этой позиции надо играть именно cd2. А вот ход cb2 здесь уже проигрывает. Потому что черные играют hg5. И видите, в ответ на нападение ходом cb4 здесь надо также сделать точный ход. Играем именно hg3. Ну и черные, вернее белые здесь бьют на d6. Так, прошу прощения, сперва играем именно gh6, черные, белые бьют, и затем hg3. Ну, белые, допустим, бьют сюда, и вот только тут надо играть b5. Если бы сразу же сыграли b5 вместо hg3, здесь выигрыша за черных не было. Белые бьют, черные бьют в дамки, ну и после всех перебоев черные легко побеждают. Также еще в этой позиции, кроме хода cb4, был возможен ход gh2. Но тут уже возможна жертва шашки. То есть черные меняются назад. Мы на ход hg3 играем cd6. У белых единственный ход, но черные жертвуют шашку. И выясняется, что белым некуда ходить. То есть на такой ход играем b5 и попадаем в дамки. А на такую жертву... И, допустим, ход cb4, играем d5, и черные побеждают за счет рожна на поле e3. А правильно, в этой позиции надо было играть cd2, то есть cb2 проигрывает. Ну, естественно, gh2 также нельзя, потому что черные играют b5, белые бьют 3, и черные попадают на придамочное поле. Такой ход невозможен. Поэтому именно cd2. Ну и теперь белые все-таки могут защититься. То есть на ход hg5 уже играем gh2. И на такой размен здесь уже можно сыграть hg3. Черные также проводят жертву шашки. Но здесь белые, у белых возможна жертва. То есть белые могут отдать шашку и сыграть ef4. Теперь черные снова жертвуют шашку и нападают. Белые также жертвуют шашку. Ну и видите, черные построили упор. Грозят попасть в дамки, поэтому надо жертвовать еще одну шашку и идти в дамки. Теперь черные играют ed4, белые бьют и попадают все-таки в дамки. Ну и на ход ab2 играем дамкой на a5. И на любой ход вообще ставим, размениваем шашку f4, и белые достигают ничьей. То есть в этой позиции соперник гроссмейстера Максима Федорова сыграл cd2. Далее в партии черные играют cd6. Ну и у белых снова единственный ход gh2. Обратите внимание, что остальные ходы проигрывают. На ход fe5 и на такой ход черные играют gh4. Видите, получилась присоска своеобразная. Ну сюда бить бесполезно, потому что черные просто... сыграют fg3 и пройдут в дамки. Поэтому белым приходится бить на поле e7. Тогда черные попадают в дамки. Но этот эндшпиль выигранный за черных. Белым тут не спастись. На ход fg3 просто играем gh4. Надо закрываться. Ну и затем b7. И на такой ход играем b5 и попадаем в дамки. Естественно, так играть нельзя. Поэтому в этой позиции белым остается играть только gh2. Теперь черные делают очень красивый ход. bc7. И снова у белых единственный вариант. Надо отдавать шашку ab4. Остальные ходы проигрывают. На cb4 играем просто b5. И в этом эндшпиле черные должны победить. На жертву fe5 временную и на нападение снова играем именно gh4, сюда бить нельзя, черные останутся с двумя лишними шашками, поэтому приходится бить на поле e5, тогда белые проводят вот такую небольшую, но симпатичную комбинацию и должны победить. На ход hg3 играем b5, и у белых единственный ход cb4, тогда белые проводят вот такой удар.
пропускают белых в дамки, сами попадают в дамки. Ну и тут дамка, видите, дамка белых ловится, то есть на единственный ход. Тут же ее ловим. И на ход ЕД4 тут еще нужна известная точность. То есть надо пожертвовать шашку и напасть вот таким образом. Это единственный путь к выигрышу. Теперь на жертву и ход f7. Жертва дамки ведет лишь к ничьей. Поэтому здесь надо аккуратно ставить дамку на поле g1. Черные выигрывают шашку f2, занимают большую дорогу, проводят третью шашку в дамке и строят боевые позиции с выигрышем. Поэтому в этой позиции у белых единственный ход. Отдаем шашку, и белые играют fg3. Здесь черным лучше всего провести комбинацию. Отдаем две шашки, затем третью. Белые вынуждены бить, и черные попадают на придамочное поле. И у черных лишняя шашка. В этой позиции белым лучше всего играть dc3 и затем gh4. С идеей поставить дамку на поле g3 и грозить отыграть шашки. Ну и на ход dc3 здесь играем. Ставим дамку на поле g3. Черными надо играть gf6. Тогда белые здесь нападают на шашку. Так, прошу прощения. В этой позиции не надо нападать. Играем вот таким образом. То есть нападаем сразу на две шашки и на единственный ход. Вот здесь уже играем дамкой на поле Е1. Черные бьют. Белые бьют на поле Е7 и достигают ничьей. Это были шлифы от гроссмейстера Максима Федорова из Нижнего Новгорода. А в моей партии против одного из кандидатов в мастера из Ярославля, к сожалению, забыл его фамилию, и его нет, его этой партии нет в базе партий. Не нашел я на тоше. Было сыграно cb2. Ну и в этой позиции я надолго задумался. Я вот знал примерно вот эти варианты Максима Федорова. И здесь я сыграл gh4. Над этим ходом я продумал около 20 минут. В этой позиции ничья еще была за белых, надо было играть dE5 и на ход b7, затем играть bc3 и временно жертвовать шашку. И там белые могли все-таки добиться ничьей. Но мой соперник в этой позиции сыграл fe5. Так, прошу прощения, fe5 уже проигрывает, потому что hg5 и все сводится к рассмотренным выше вариантам. Мой соперник здесь сыграл gh2, этот ход уже проигрывает. В этой позиции я сыграл fg5. Ну, у белых единственный ход. Это размен 2 на 2. Я бью именно таким образом и играю bc5. То есть занимаю активное поле c5 и грожу занять поле f4. То есть на любой ход de3 или gf2 мы занимаем поле f4. Ну и грозим выиграть. Ну, на gf2, наверное, сперва сыграем cd6, а потом, затем уже займем поле f4. Поэтому мой соперник здесь сыграл hg3. Кстати, cb4 здесь также плохо, потому что черные играют cd6 и затем грозят отдать две шашки и попасть в дамки. Поэтому тут практически у белых единственный ход hg3. Здесь я также надолго задумался и сыграл затем gf6. И, друзья, видите, здесь уже gh4 единственный ход. То есть на de3 мы грозим сыграть fe5 и занять весь центр. Поэтому мой соперник сыграл gh4, я сыграл gf4. Белых снова единственный ход gh2. Так как, видите, cb4 здесь нельзя играть, так как черные проводят небольшую, но симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Играем fe5. Белые бьют, затем hg5. И черные прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому в этой позиции белые сыграли gh2. Я сыграл cd6. Ну и на ход cb4 я играю bc7. Белые играют bc3. И здесь я сделал очень точный ход hg5. Только он ведет к выигрышу. Белые сыграли b5, и я сыграл d5. На ход cb4 здесь выиграл и ход cd4, но мне что-то померещилось, и я не стал так играть. Я думал, что у белых есть шансы на ничью в этой позиции. Поэтому я сыграл cd6. Белые пожертвовали шашку,
и заняли активное поле c5. Эту позицию я видел, я ее рассчитал и думал, что здесь легко выигрываю после контржертвы и хода а b6. У белых единственный ход, и черные снова выигрывают шашку. То есть сюда бить плохо, черные выигрывают с помощью оппозиции, поэтому белым приходится бить шашкой h4 на поле f6. Белые прорываются в дамки, ну и на ход fe7 занимают большую дорогу. Белые играют, ставят дамку на поле f8. И здесь я понял, друзья, что здесь я могу и не выиграть. У меня оставалось около 15 минут. Я долго сидел, но все-таки нашел выигрыш в этой позиции. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь уже возникают красивые этюдные идеи. То есть я в этой позиции первоначально хотел сыграть fe3, но заметил, что здесь белые играют hg3 и выигрыша здесь нет. То есть на ход ed2 белые нападают и, друзья, видите, дамку ставить нельзя. На такой ход белые даже выигрывают, поэтому придется ставить дамку на поле, так, прошу прощения, на поле e1. Но после такого хода белые ставят дамку на d2 и достигают ничьей. Выигрыша нет. Эта партия игралась на чемпионате России. И, друзья, такой небольшой секрет, тоже лайфхак. За меня болела моя бывшая жена, сидела рядом. То есть, и, друзья, я уже хотел все-таки играть fe3, уже смирился с ничьей, но усилием воли заставил себя задуматься еще раз и все-таки нашел выигрыш. Он очень симпатичный. Играем именно b5. То есть в этой позиции, друзья, видите, нападение с этого поля невозможно, потому что белые, черные сыграют de3 и затем успевают выиграть в этой позиции. Черные, белые не успевают пройти в дамки. Поэтому мой соперник напал на дамку. Здесь надо снова играть точно. Играем именно на поле g7. Теперь белые снова нападают, то есть грозят вот такими нападениями свести партию к ничейным позициям. Но здесь я пошел уже дамкой на поле а1. То есть, видите, нападение снова невозможно. А если белые играют на поле c5, как и было в партии, я делаю выжидательный ход. Белым надо играть на поле f2, потому что по тройнику обороняться не получается. Черные проведут уже здесь без проблем вторую дамку. И на ход а b4 белые здесь еще напали. И здесь надо точно закрыться именно дамкой. Видите, отходить нельзя шашкой, потому что белые нападут на шашку f4 и достигнут ничьей. А после такого закрытия в этой позиции мой соперник сдался. Поздравил меня с победой. Друзья, если вам понравились шлифы гроссмейстеров Зиновия Цирика и Максима Федорова, также моя партия с этюдными идеями, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на мой канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Поддержите мое творчество. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Вроде бы все объяснил, но все равно отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И все-таки давайте воевать только на шахматной доске. Друзья, играйте много, играйте честно. До свидания, увидимся на шашечных баталиях.